Ты спрашиваешь, что я здесь нашел? Попробую тебе ответить. Уже много лет я хожу по Белграду. Здесь улицы непредсказуемо пересекаются, расходятся. Знаешь, центр города — это клубок запутавшихся ниток. И я часто думаю, что нити, которые связывают наши народы, также запутаны, порой натянуты. Да, не все было гладко, не все. Но мне, нам, здесь рады. И дышится легко, как дома. Почему? Это долгая история. Ей больше 1000 лет. У меня есть удивительная книга «Читал и поражался». Так вот, еще во времена Киевской Руси наши предки знали, что на Балканах живет православный народ. Сербские монахи привозили русичам книги и делились своими знаниями. Да, в раннем средневековье сербы из-за большей близости к Византии были куда просвещеннее нас. И свою просветительскую миссию выполняли даже в те годы, когда Русь томилась под татаро-монгольским игом. Это позднее мы поменялись ролями. Русь сбросила ярмо на Куликовом поле, а сербы всего 9 годами позже попали под турецкий гнет. С тех пор балканские славяне все чаще обращались к нам за помощью. Я мог бы рассказать тебе и о бабушке Ивана Грозного, происходившей из сербских дворян. Не случайно самодержец отвел в Москве землю под подворье сербской православной церкви. И о Петре I, добившемся от австрийской монархии права для живших там сербов сохранить свою веру, когда страна была поделена пополам между австрийцами и турками. Исследователь словесности Иван Стратимирович вспоминает о русских просветителях Суворове, Казачинском и о других людях, военных и торговых, приехавших при Екатерине I на Балканы. Неважно, были то военные, политики, учителя, деятели культуры или, прежде всего, священники, сербская интеллигенция и гражданское население принимали от них русскую культуру и русский язык. В большой степени. Так развился один из особенных вариантов сербского языка 18-го – начала 19 веков – славяно-сербский. По сути, это смесь сербского и русского языков, на которые тогда говорили в разных частях Сербии. Видишь, спустя 7 веков русские отдали свой долг первым сербским просветителям. И более того, во многом именно ощущение поддержки со стороны России вдохновило сербов на восстание против турецкого господства. И когда в 1804 году они поднялись на борьбу во главе с Карагеоргием, не обошлось без русского участия. В мае 1807 года прибыл первый отряд русской армии под командованием генерала-майора Исаева. Следом пришли и другие воинские части. Один из эпизодов той борьбы сербской художницы русского происхождения Ольги Иваницкой увековечила в известной картине «Битва при Делиграде». Кстати, сейчас именно на Делиградской улице Белграда стоит русское посольство. А недавно отмечалось 200-летие главной победы той поры – битвы на Варваринском поле. Профессор Небойша Дамнянович – специалист по сербской истории той эпохи. Он знает судьбы русских людей, военных и дипломатов, повлиявших на судьбу его страны. Ведь одним восстанием дело не обошлось. Для освобождения потребовались десятки лет и тысячи человеческой жизни. И после поражения первого сербского восстания, во время второго сербского восстания и при долгом правлении князя Милоша Обреновича,
С помощью своих посланников в Константинополе Россия помогает советами и влияет на Турцию, чтобы та дала сербам некоторую автономию. Можно сказать, что наше автономное княжество, Сербия 1830 года, буквально вырвал у турок с помощью России. Без преувеличения. Во время русско-турецкой войны в 1829 году юный Николай I буквально принудил турок дать Сербии автономные права. Мне вовсе не хочется обрушивать на тебя ворох исторических подробностей. Я просто хочу объяснить тебе и сам понять, что объединяло нас на протяжении разных эпох. Менялись правители и политические условия, а из России по-прежнему отправлялись посланники на Балканы. Их очень ждали, в них верили. Несколько тысяч русских добровольцев прибыли на сербско-турецкую войну в 70-х годах 19 века. Одних только офицеров было больше 500 человек. Их командующий генерал Черняев фактически возглавил сербское войско. Тогда, защищая Сербию, погиб полковник Николай Раевский, прототип Вронского из «Анны Карениной» Толстого. Что заставляло русских людей проливать здесь кровь? Неужели жажда славы, как пишут некоторые историки? Едва ли. Ведь та война была проиграна, а после Первая мировая не сулила ничего хорошего. И все же в 1914 году Россия первой пришла на помощь Сербии, когда австро-венгерские и германские войска угрожали ее независимости. Николай II вступил в войну, которая, по мнению многих, стоила ему страны, жизни и семьи. По Дунаю в Сербию были направлены конвои с оружием и амуницией, офицерами и солдатами-артиллеристами. Самыми драматичными были военные действия осени 15 года. В общей сложности вдоль Дуная было развернуто 11 русских батарей, но самые крупные, самые значимые бои проходили в Белграде, в центре столицы, в средневековой крепости Калимегдан. На передовых позициях стояли две русские батареи. Посол Российской Федерации в Сербии Александр Канузин считает, что подвиг тех 160 человек должен быть увековечен. Те, кто обслуживал эти батареи, они погибли. Мы сейчас как раз занимаемся тем, что пытаемся выяснить, где точно были расположены эти батареи, с тем, чтобы восстановить историческую справедливость и установить знаки в память о подвиге русских, которые воевали вместе с сербами. И в целом мы хотим, чтобы к столетию начала Первой мировой войны обозначить самые значимые места, связанные с присутствием здесь русских, связанные с их проявлением боевой солидарности с сербами в защите страны от иностранной агрессии. А спустя несколько месяцев после боев в Белграде Николай II фактически спас сербскую королевскую семью, которую вместе с правительством и потрепанной неприятелем армией пробивалась через горы к Адриатике. Российский император потребовал от союзников их эвакуации. В противном случае он обещал заключить мир с Германией и Австрией на любых условиях. Угроза подействовала. Расходы по спасательной операции Романов взял на себя. Этого благородного поступка сербский монарх не забыл. И когда через несколько лет революция вынудила русских людей покидать свою страну, благодарный король Александр Карагеоргиевич открыл для них двери. Они добирались проходами, поездами. Кто-то, сделав на Балканах передышку, отправился дальше, на запад, а другие остались здесь. Сказать, сколько точно беженцев прибыло тогда в королевство, трудно. Считают, что больше 44 тысяч.
Политолог Предрак Симич отмечает, что ни в какое другое время русские и сербские народы не были так близки, как в ту тяжелую пору. Сербия вышла из Первой мировой войны в разрухе, потеряв почти пятую часть своего населения, но приняла беженцев. В свою очередь, эмигранты были самой образованной частью российского общества. Ученые, инженеры, военные, деятели искусств, они нашли применение своим знаниям на новом месте. Приведу всего несколько примеров. Академик Григорий Острогорский, создатель кафедры византологии Белградского госуниверситета, математик Антон Велимович, Николай Краснов, архитектор, строивший Белград, и многие-многие другие. Это значит, что русские здесь попали в среду, которая была близка им культурно и религиозно. Сербская православная церковь взяла под свою защиту зарубежную русскую православную церковь, видя в этом редкую возможность отблагодарить за все, что Россия сделала для Сербии. А может быть, особое отношение сербов к нам сегодня связано с тем, что наши предки всегда были на Балканах созидателями. В период между войнами, пожалуй, не было такой сферы, где бы иммигранты из России не оставили свой след. Наука, искусство, архитектура. Когда ты приедешь в Белград, я проведу тебя по центру. От одного здания к другому. Патриархия, почта, министерство, церкви, гостиницы, институт, архив. Их возвели русские зодчие. Лукомский, Андросов, Краснов, Самойлов, Васильев, Попков. Но знаешь... Служа Сербии, многие беженцы не теряли надежды однажды вернуться на родину. Говорят, белые офицеры, каждый сочельник, поднимали здесь тост за следующее Рождество в России. Но судьба распорядилась им умереть в изгнании. Так, прибывший сюда в конце 21-го года с остатками армии барон Петр Врангель похоронен по завещанию в церкви Святой Троицы Белграда. Остальные генералы и полковники, преподаватели и ученые обрели покой на новом кладбище близ Иверской часовни. Среди них митрополит Антоний Храповицкий, думский деятель Михаил Радзянко, главнокомандующий царской армией Михаил Алексеев. Над их могилами высится памятник русским воинам, погибшим в Первую мировую, и царю Николаю II, которого в Сербии очень почитают. Его именем названа одна из центральных улиц Белграда, которая, по иронии судьбы, пересекается с улицей Максима Горького, буревестника революции. Так неожиданно пересеклись и судьбы белой и Красной армии на Балканах уже в годы Второй мировой. Представь, могилы белых эмигрантов всего в сотнях метрах от захоронений советских воинов, освобождавших Белград. Но между ними целая пропасть. Это одна из самых тяжелых страниц в отношениях наших народов. То время, когда несколько тысяч мигрантов надели фашистскую форму. Знаю, что ты сейчас чувствуешь. Для рожденных в СССР каждый, перешедший на сторону Гитлера, враг и преступник. Но не будем сейчас их судить. Просто расскажу, что произошло. Под покровительством немецких оккупантов, занявших Белград в 1941-м, был создан так называемый охранный корпус. В него вошли многие царские офицеры и часть эмигрантской молодежи. Они надеялись, что их отправят на Восточный фронт освобождать Россию от большевиков, но их оставили в Сербии бороться с партизанскими отрядами. Партизаны жестоко мстили. В 1944-м советские войска дошли до границы Югославии. Белградской операцией с советской стороны руководил командующий 3-м Украинским фронтом маршал Федор Долбухин. Навстречу ему двигались части югославских партизан.
успевшие к тому времени занять значительную часть страны. Русские и сербы снова бились локоть к локтю. В октябре 44-го части 3-го и 2-го украинских фронтов вместе с отрядами Народно-освободительной армии Югославии очистили от немцев столицу и юг страны, а затем и остальную ее территорию. Улицы города до сих пор носят фамилии советских военачальников, например, маршала Бирюзова. Памятник у русских и сербских освободителей общий. Когда советская армия вошла в Белград, с ней была и контрразведка СМЕРШ. Освободители не простили эмигрантам союза с фашистами. Сын белого офицера Георгий Бекузаров в военные годы был среди освободителей и носил советскую форму. Так случилось, что его мальчишку, свободно владеющего сербским и русским, взяли к себе переводчиком наши летчики. Однако Георгий Николаевич старается понять тех, кто был от него по другую сторону. По-моему, просто толкование довольно простое. Хотя многие это и не думают так. Все относилось к любви к России. И те, которые были на противоположной стороне, было и многих, немногих. Было, часть их была на фашистической стороне. Боролись, значит, против русских. Они только желали вернуться в Россию. Сказал бы что-нибудь, что бы ни сказал, что бы ни обещал, они бы с врагом дружили, чтобы вернуться в Россию. Значит, все общее было у всех русских – любовь к России. Вместе с надеждой вернуться на родину рухнул маленький островок дореволюционной России, атмосферу которой эмигранты пытались воссоздать на сербской земле. Музейные ценности были изъяты, богатейшая русская библиотека опустела. Многие уезжали из страны при первой возможности, они опять потеряли родину. Заметь, не по вине сербов. Да, русских в Сербии стало меньше, но любить их меньше не стали. А ведь порой сербам приходилось за это страдать. Нити, которые связывали два народа, сразу после войны натянули до предела лидеры наших стран. Иосиф Сталин и Иосип Броз Тито разошлись во взглядах на внешнюю политику. В 1949-м официальная Москва разорвала двусторонний договор о дружбе, взаимной помощи и сотрудничестве. А Информбюро объявило, что здешний режим антикоммунистический, полицейский, да еще и фашистского типа. Но, вопреки всякой логике, югославы относились к нам с прежним теплом, и за это тысячи сербов были репрессированы по приказу Тита. Некоторые поплатились жизнью на Голом острове и других лагерях. И все же в народе украдкой ходили частушки про братьев русских. Все словно ждали, когда же закончится это нелепое противостояние лидеров. Именно нелепое, поскольку сам Иосиф Броз несколько раз подолгу жил в России. В молодости будущий правитель работал механиком по Домскому, а затем по партийной линии в Москве. Первой женой его была русская женщина Пелагея Белоусова. С Россией его связывало многое, но, думаю, Тита боялся Сталина. Он прекрасно знал, что в сталинских лагерях погибло больше коммунистов из Европы, чем от рук фашистов. Миче Стоянович 20 с лишним лет был личным поваром Тита. Для больного диабетом лидера Югославии он был не просто единицей обслуживающего персонала, а фактически человеком, отвечавшим за его жизнь. Вспоминая о тех годах, Миче подчеркивает, повар не политработник, и рассуждать с председателем о политике он не мог, зато мог видеть, как именно эта политика делается. Он, как я видел, он
Из того, что я видел, было ясно. Он боялся, что его ликвидируют, как того болгарина, за то, что проводил свою линию, был непослушным. И на съезд Коминтерна он не поехал по совету руководителя госбезопасности Ранковича. Тогда он очень боялся, что Сталин его уберет. Но когда Сталина не стало, ситуация изменилась. Тито выражал большую приверженность русским и любил их. У него был сын от русской, жарко, так что сам он был обращен скорее в сторону России. Время, когда власти изымали паспорта у иммигрантов из царской России, а сочувствующих Советскому Союзу югославов бросали за решетку, было недолгим. Оно завершилось с приходом к власти Никиты Хрущева. Хрущев подарил Тито личный самолет, а сербам возможность учиться и работать в СССР. Откуда они возвращались в Белград с молодыми русскими женами? Этих жен было так много, что стали поговаривать о новой волне русской эмиграции с женским лицом. Снова отношения между странами стали ровными. Развивались торговля и туризм. Ты помнишь, что значило достать югославские сапоги или съездить сюда по путевке? Но русские ехали сюда не только и не столько за сапогами. Наши профессора читали лекции в Белграде, читали на русском, потому что его учили все с первого класса. Жаль, многим язык не пригодился. Развал двух государств начался почти одновременно. И русские, и сербы погрузились в свои внутренние дела. Нам стало не до проявления братских чувств. И все-таки в 92-м году, когда в российских новостях появились кадры боев в Югославии, сюда сразу потянулись добровольцы, как и позже, в 99-м. Несмотря на то, что власти не давали организовать переправку людей на Балканы, добровольцы въезжали в страну под видом туристов. Из-за полунелегального положения их точное число, а также события, в которых участвовали русские бойцы, до сих пор уточняется. Фактически, кроме этих парней, Сербию тогда никто не поддержал. В Белграде горько шутили: говори по-сербски, и тебя будет бомбить весь мир. Люди не могли поверить, что в Европе на пороге 21 века на них будут сбрасывать бомбы самолеты НАТО, разрушать дома и мосты. Офицер ПВО Милан Стоянович вспоминает: никто не знал, чего ждать и на что рассчитывать. Поэтому рассчитывали на русских и ждали зенитно-ракетный комплекс С-300, но не получили. И только потом, когда русские десантники совершили знаменитый марш на Приштину, преодолев более 600 километров за 7 часов и заняв аэропорт Слатина раньше войск НАТО, братские чувства снова взяли верх над разочарованием. Я бы сказал так: официальная Москва присоединилась к международным санкциям против Сербии, а Россия – нет. Наверное, все мы себе наивше узяли у Бога и у Руси. Мы ждали помощь с двух сторон – от Бога и от России. Когда я уже был мобилизован и носил форму, на позициях ПВО на холме Авла познакомился с несколькими русскими добровольцами. Сначала в голове не укладывалось, что кто-то приехал нас защищать, вот так, сам. С одним мы достаточно часто общались, разговаривали, выпивали даже. Иванова звали. И как-то он сказал, что едет на Косово. И когда я через месяц узнал, что он уже оттуда никогда не вернется, было очень тяжело. История снова повторилась. Полвека назад сербы, вопреки воле своих правителей, продолжали поддерживать русских, не боясь сгинуть в лагерях. Теперь
Русские, вопреки своим политикам, ехали на войну в Югославию, не боясь погибнуть вдали от дома. Югославии уже нет. Она распалась на республики. Одним повезло больше, другим меньше. Сербия получила в наследство ослабленное хозяйство и ответственность перед Гаагским трибуналом. Но русские по-прежнему сюда едут. Вопреки экономической неустроенности и безработице, это студенты, аспиранты, музыканты и художники, деловые люди и преподаватели. Бывает, что приезжают на экскурсию и остаются на долгие годы. Потом признаются, что Сербия их очаровала открытостью людей и искренней симпатией к выходцам из бывшего СССР. Олеся Лычева из «Последней русской волны» впервые приехала в Белград 5 лет назад из Самары просто так, с подругой. Спустя несколько лет вернулась сюда с твердым намерением обосноваться, начала свое дело и стала активно делиться в интернете впечатлениями от здешней жизни. Она готова провести среди сербов всю жизнь, оставшись русской. Ведь быть русской в Сербии приятно. Прежде всего, я бы действительно хотела сохранить русский язык. То есть чистый русский язык, чтобы не мешать, не смешивать какие-то, например, сербские и русские слова. Если я говорю по-сербски, я говорю по-сербски. Если по-русски, то по-русски. То есть я больше всего не люблю, когда, не знаю, то есть если я слышу кто-то из русских, например, не знаю, спокойно так использую сербские слова, если не находит русского аналога. То есть для меня это очень странно. И я бы хотела, если я здесь уже останусь и дальше, чтобы мои дети тоже знали русский язык. То есть это обязательно. Сейчас русский язык звучит в Белграде реже, чем 30 лет назад. Обязательным иностранным в школе стал английский. И все остальные языки дети учат по выбору родителей, а выбор часто делают в пользу немецкого или французского. Постепенная интеграция в единую Европу дает о себе знать. Добрица Йованович преподает русский язык в школе уже 35 лет. Учеников становится все меньше, а она работает за весьма скромную плату. Шутит, если уйду на пенсию, получать буду больше. Но не уходит. Проводят занятия, порой засиживаясь в классе допоздна. Ее ученики-сербы десятки раз побеждали на олимпиадах по русскому языку. Педагог верит, это не дань уважения истории, а практическая необходимость. Сегодня российские компании во многом определяют экономику Сербии, и будущее страны тесно связано с Россией. Русский язык нам нужен и в литературе, и, например, врачам нужен. И на многим у нас факультетам, математический факультет, которому нужны русские книги. И просто я думаю, что нет факультета в Белграде, который не пользуется русской литературой. Это практически нужно. Но это заблуждение, что люди не так считают, что русский язык им не нужен. Что дети старше, тем они лучше понимают, что им нужен русский язык жизни. Любопытная деталь. Сербским детям преподают русский, ведь местная среда пропиталась мыслью наших эмигрантов. А вот потомки беженцев языком дедов пользуются далеко не всегда. Например, известный теннисист русского происхождения Виктор Троицкий с рождения говорит по-сербски. Это его изображение красуется на огромных плакатах по всему Белграду. Сербия многого лишилась после развала Югославии, и спорт занял в ее жизни особое место. Это ее конек, ее перспективный экспортный продукт. И в этой сфере жизни тоже есть наши. Порой создается впечатление, что в Сербии каждый, кто победит на спортивной площадке, становится чуть ли не национальным героем. Чемпионаты и первенства здесь смотрят все. Не случайно сербы так уважают и помнят нашего земляка Андрея Гордейнина. В юности
лучшего фехтовальщика Югославии. Доктор Станиша Живкович, тесно друживший с Гордениным, вспоминает, что участие русских было весьма ощутимо в жизни местного спортивного общества «Цервена Звезды». По популярности оно сравнится с нашим «Спартаком». Наш молодой клуб «Цервена Звезда». Фехтовальный клуб «Цервена Звезда» в 50-х годах 20 века называли русской колонией. Около 10 фехтовальщиков и фехтовальщиц, молодых парней и девушек, были русскими. Поэтому так и называли. Ничего удивительного, что и Андрей пришел в наш клуб. Все они приходили друг за другом именно к нам. А вообще присутствие здесь русских ощущается повсеместно. От Академии наук до национального балета. Ты найдешь русские фамилии среди руководителей телеканалов, издательских домов и даже в парламенте. Хотя, конечно, русскими можно считать лишь условно людей, которые с рождения называют котлеты плесковицами, а посольство – амбассадой. Но, знаешь, многие из них любят подчеркивать свое происхождение. Ведь нас здесь по-прежнему ценят. Олег Кокорин, первый секретарь посольства Российской Федерации, руководит Русским домом. Так называется центр нашей науки и культуры в Белграде. Он хорошо знает жизнь диаспоры и разбирается в том, как местная среда влияет на людей. С одной стороны, среда здесь очень дружественная. Человек, приезжающий сюда, никогда не ощутит себя во враждебной среде или что-то в этом роде. Это позволяет легко адаптироваться к местной жизни, легко найти общий язык с сербами. Но, с другой стороны, это не требует каких-то особых усилий по сохранению собственной идентичности, и поэтому человек как бы растворяется в местной среде, русский человек имеется в виду. В этой связи и сложности, которые мы имеем в работе с соотечественниками. А соотечественники заходят в русский дом, расположившийся в особняке в центре Белграда, построенном еще в 1933 году. Сначала он был эмигрантским домом имени Николая II, затем домом советской науки и культуры. Здесь есть библиотека и кинозал, а в помещении рядом с бывшей кадетской столовой открыт небольшой музей, в котором вся история русской эмиграции. Сегодня в Сербии живет около 3000 русских, а вместе с потомками эмигрантов первой волны наберутся десятки тысяч. И неудивительно, что официально зарегистрированных обществ русско-сербской дружбы больше 40. Елена Колесниченко руководит одной из таких организаций. Она признается, что здесь хорошо быть русским, не уставая возражать тем, кто считает эту Балканскую республику не лучшим местом для жизни. Нет, я бы не сказала так. Сербия очень хорошая страна, перспективная. Вот. То, что на нее говорят «страна высокого риска», это неправда. Здесь действительно можно, здесь, как говорится, большое поле действия. Вот. Просто нужно найти это поле и начать работу с этим. Я вот живу здесь уже 7 лет, и мне здесь хорошо, мне действительно здесь хорошо. У меня много друзей, свое дело. И мне кажется, все зависит от человека. Я хотел сказать то же самое. Здесь так легко и хорошо, потому что сербы позволяют нам чувствовать себя чем-то большим, чем мы являемся поодиночке. Мы в их глазах представляем всех тех, кто здесь строил, учил, защищал. Но в этом и сложность. Чтобы нам оставаться в Сербии, необходимо созидать. Ты приезжай, ты все поймешь.